Диалог формы будущего оказался площадкой для представителей разных стран. Это место, где люди смогли в неформальной обстановке пообщаться и поговорить и в шутку, и всерьез о важных, интересующих нас проблемах. Море положительных эмоций, естественно, это все сближает, это все, это можно сказать, интеграция не на словах, а на деле представителей разных стран евразийского пространства. И не только. Хочется пожелать фонду Горчакова дальнейших успехов, хороших, интересных проектов. Конечно же, я тешу себя надеждой принять участие в этих проектах еще не раз.